полоса белая, полоса черная. И на даче этот принцип тоже работает. Что же диктует нам второе по значимости небесное светило, узнаем в нашей рубрике «Лунный календарь». В первой половине апреля дачников ждет, как водится, два периода. Луна советует отказаться от каких-либо садовых работ 1 и 6 числа. Эти дни почти для всех культур неблагоприятны. А вот с 7 по 12 апреля можно смело приниматься за дело. В это время лучше всего посадить томаты, огурцы, перец и многие другие растения. Правда, 9 числа для лука-порея лучше сделать исключение. Полную версию лунного календаря на первые две недели апреля вы, как всегда, сможете увидеть на сайте Курган.ру в разделе «Удачи на даче». Партнер рубрики «Лунный календарь» – фирма «Сады Зауралья». Саженцы с открытой и закрытой корневой системой, выращенные в зауральском климате и полностью готовые к посадке в грунт – идеальный вариант для вашей дачи. Приобрести такие деревья можно в Корчевской роще, в специализированном магазине фирмы «Сады Зауралья», на Центральном рынке, а также микрорынке «Некрасовский». Программа «Удачи на даче» представляет вам новую постоянную рубрику «Цветочный дом». Два раза в месяц будем рассказывать курганцам о правилах ухода за комнатными растениями, их особенностях, а также удачном дизайне декоративных цветов в пространстве городской квартиры. Сегодня вы узнаете, как грамотно пересадить драцену. Драцена – очень красивое и оригинальное комнатное растение. В квартирах курганцев этот цветок не редкость. В первые годы жизни ее просто необходимо пересаживать. Лучше это делать один раз в два года по весне. Но если она растет достаточно быстро, можно проделать эту процедуру и раз в год. Комнатный цветок драцена требует к себе внимательного отношения, особенно при пересадке. Прежде чем к ней приступить, необходимо узнать, как это делается правильно. Это поможет цветку быстрее прижиться, освоиться и даже избежать болезни и гибели. Для пересадки нам понадобится горшок, дренаж, это могут быть мелкие камни, грунт и вода для полива. На дно нового горшка, большего размера, чем предыдущий, нужно выложить дренаж, примерно 1-2 см в высоту. Затем насыпаем немного грунта. В нем нужно сделать небольшое углубление и поместить туда наше растение. Старую землю с корневой системы лучше не убирать, есть риск травмирования хрупких корней цветка. Горшочек нужно полить. Первый месяц после пересадки в воду для полива лучше добавлять витаминную подкормку для роста. Слишком обильный полив драцене не требуется, это может быть чревато загниванием корневой системы. В новом горшке драцена будет чувствовать себя свободно и непременно порадует вас своей красотой. Главное, не забывать постоянно за ней ухаживать. Вы вовсю готовитесь к дачному сезону и вам уже есть чем гордиться? А может быть, вы посадили рекордно большое количество рассады или ваш домик претендует на звание самого красивого и стильного? Тогда вы точно должны стать участником программы «Удачи на даче». Присылайте фотографии своих садово-огородных достижений и дачных интерьеров по адресу dacha@kurgan.ru, и мы обязательно рассмотрим вашу кандидатуру.